Влияние, убеждение, победа над сердцами и умами. Они хватают за волосы и не отпускают. Санта-Бланка, хитрожопые ублюдки поняли, мало быть частью истории. Нужно создавать ее самим. Кардинал. Ярый последователь культа Святой Смерти. Хочешь влиять на людей? Заручись помощью Бога. А это значит, костлявая, белая сестра, угодник Святой Смерти и сама Святая Смерть. Потому что, честно говоря, есть вещи, которые даже Богу не под силу. Кардинал? Радио, телевидение, живые выступления, концерты. Он везде. Мечтатель держит народ взятками и страхом. А у кардинала есть кое-что помощнее. Души. Хотите избежать вечных мук в аду? Это можно устроить. Нужно поддержать картель Санта-Бланка, и вам воздастся. На другой чаше общественно-государственных весов Рамон Фелис, наркоблогер. У него тихий нрав, но это гений СМИ. Цифровой бог Санта-Бланки. Печальная история. Он был серьезным журналистом, показывал картель подонками-социопатами, какими они и являются. Его перевербовали. Теперь он штампует пропаганду для СБ, будто это вопрос жизни и смерти. В блоге, в Твиттере, YouTube. Не покорил кардинал? Покорит Фелис. Они тебя по-любому достанут. Эти двое – инь-ян политической машины Санта-Бланки. Святость и грех. Государство и общество. Сердце и разум. Ебать, что это было? Я приземлился. Такой просто. Зато смотри, как ее посадил. Ну я тогда снайпера душу тут. Я хуйню вспомнил, блядь. Я несу радость, а ты? А я ебашу выходные. А нет, а я ебашу праздники, вот. Блядь, меня чёрт, это так. Блядь, иди сюда, блядь. Нам надо найти челика, который там с проститутками, блядь, чилит. Я обломать его. Она будет. Вижу вторую цель. Сука. Давай я отработаюсь. Тихо, не-не-не-не, там двое. Я подойду, возьму одного на мушку и сделаем этот синхронный выстрел. Я дрон опускаю. Правый твой, левый мой. Осторожно тут, пацаны. А, сука, давай тех сначала. Ну, сейчас, подожди, я все облечу. Сейчас я на позицию выдал. Цель номер 5. Да, блять. Не так уж и много, можно, в принципе, руками их разобрать. Нельзя ни в коем случае шуметь. Давай вот тех двоих. Того можешь снять? Вот это твой. Не на позиции еще. А, я обоих сниму. Снимай, давай. Цель уничтожена. Теперь вот этих двух, смотри. Я вот этого смогу снять. А ты второго. Раз. Готов? Два, три. Я прохожу. Все, у меня работы больше нет, я пошел во внутрь. Никого нет. Ты там сам типа справишься или как? Блять, не дал послушать, что он мне чар сказал. Я, бля, у тебя просто талант, чувак. Тебе бог с рождения дал какую-то неебическую суперспособность. Ты говоришь ровно в момент, когда начинает говорить NPC. Вот. Просто тютелька в тютельку. Я хуй знает. Может быть, ты сам NPC, а? Так, подожди, там что-то... Искусственный интеллект. Подожди, у них там ролевые игры. Слышишь? Тихо-тихо, я вас слышу. У них ролевые игры там. Господи, ты дрона туда закинь, и все, и не парься. Тут такая миссия, что можно и не париться. Слышишь? Тогда давай, закидывай дрона. Он кое-что украл. Очень маленькая. Не такое, как я. Откуда ты записываешь? Я дроном залетел, забей. А. Мишины комплекс.
Отлично, да, я заберу данные и этот. Все, мы можем шуметь, мы можем стрелять, я понесся. А, я никого не вижу. Да тут никого не осталось. Ладно, пойду тачку пока подберу. Идет запись, качество звука хорошее. Главное, чтобы лицо было четко видно. Твою мать, что это было? Что бы это ни было, похоже, о, у нас блядь, все я получилось. Нашел машинку. Дни корситы в картеле сочтены. Я хочу снова это увидеть. Ехать. Нашел медаль, идешь? Остались бандиты. Да, сейчас еду. Че там было-то? Я эту запись не увидел. Ну че, она его по ебу убьет. Так шлеп и все. Не, подожди, мне интересно. Блять. Понятно. Слышу звуки получения поебу. Я раздал. И получил. Я понял. Противный салонишка. Все, пошли отсюда. Так, что у нас еще есть? Стой. Разведданный вон рядом и медаль. 200 метров, слышишь, можно пешком дойти. Иди сюда. Хаус флиппер просто, типа. Что? Вьюм. Что? Ну ты видишь, как я ее двигаю? Ну, я ее сам двигаю. А есть ли воду? У нас рассинхрон, у меня свой гамак, так что... Асинхронный мультиплеер. Ладно. Ладно, я пошел. Я надеюсь, все получится. Бля, я бы смог, короче, если бы... F9 просто фастом, нахуй, сразу же. Найден труп. Мой труп, ага. Сейчас у меня сейчас. Сейчас у меня получится, подожди. Сейчас я смогу, я смогу. Вон еще один побежал. Че, как бог неба? Нормально. Неблагосклонен сегодня ко мне. Видимо, его чем-то разгневал. Вот мы прилетели на курорт, да, вот сюда отдыхать. Какая охуенная погода. А так всегда, блядь. Когда, блядь, мы были в джунглях, такой погоды не было, блядь. Чё ты куда-то не туда пошел? Паркур — это моя жизнь. Лайфстайл, блядь. Пока у меня пробел не сломается. Тоже хуяришь. По пробелу прям слышу, как хуяришь. Что сделать, жучок? А, поставить жучок дроном, типа? Да, 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 да. Нет, конечно. Мне вот интересует вопрос, если ты своим жучком подлетишь ко мне, я кину в него C4, оно прилипнет? Твоего дрона увидели. Да, и ты его развернул ко мне, ебалом, позже, я в вазу тут ковыряюсь. А он тебя не видит, забей. Я лежу под столом, он сейчас меня заметит. По ногам ебашь. Подожди, подожди, я еще лежу. Я спрятался за комбайн. Тихо, тихо, прячемся дроном. Сука, ты... Бля, Виталий, ты меня так подъебал жестко. Он стоял лицом, ты у него над ухом просвистел, он обернулся и на меня начал смотреть. Я тебя вижу, я тебя палю. Ты срываешь операцию? У меня дрон сел. А ты не вкачивал дрону, типа, бесшумность? Нет. Ну ты нехуй тут летать. Интересно. Охуевшие звуки. Пиздуй, пацан. На крыше. Снайпер. Убил. Разъебываем нахуй эту ламбу, эту машину снять. С этим мы и забрались. Он мог нам что-то рассказать, но похуй, да. Я подарочки поставлю тут, пацаны. Давай. Дай-ка я
с другой стороны. Осторожно, тут гражданский есть. Немножко накоцали сейчас. Ты жив цел? Да. У меня все хуево, у меня патроны кончились. Захожу. Чё ты тут сидишь, шлюха? Беги отсюда, блядь. Сверху. Захожу. Да, нахуя я захотел с вектором? Жив? Да. Я второй этаж зачищаю. Где патроны? Столы тоже. Все, ломаем тут. Ой, я. Как там, все в порядке? Угу. Пойдем еще катер ебанем. Цель ликвидирована. Подожди. Что у нас там? У нас еще одни цели. Башня. Я хаешку. Бля, там люди, осторожно. Нормально. Я не слышу звук. Ладно, стрельбы. Там людей можно задеть. Че, все сломали тут? Я хуй знает, но кто-то что-то пропустил. От бедра, похуй, просто от бедра. Вот еще автоматы. Почетные гости разбежались, здание разрушено, а Паша подрывник в восторге. Это точно привлечет внимание Корситы. Ну что, сыграем в кости или стол не уцелел? Гранат ему закинул. Осколочная. Получайте, пидоры. Вьетнам. Граната, берегись. Здравствуйте. Второй этаж, окно. Вот это вот забери. Ага. Второй этаж, окно. Убил. Ебать. Просто. Он на парковке бежит. Давай разгоняемся. Перезаряжаюсь. Наш хуйня. Заходим. Сейчас поаккуратнее. Здесь, я уж не знаю. Мы так шиним просто, чтобы спугнуть мифов и выманить Корситу? Да, медаль ты за это не получишь. Только в гражданских не стреляют. Я налево. Да, в зону не уходим. Гости должны реально обосраться. Реально обосраться. Они сейчас так обосрутся. Мы. Я на второй этаж. Машина едет. Я разберусь. Занял позицию. Как приехали, так и отъехали. Я внутри. Людей не задень. А так все красиво пока. Еще машина идет. Заряд. Ее снимешь? Разберусь, да, у меня здесь подствольник. Блять, сейчас зарядить забыл. Так бывает. Отлично. Просто чуваки бахуют. Серьезно, я бы охуел. Война нахуй. Где? Не помните ни слова по-русски. Сзади. Хожу за патронами. Еще машина, ага. Потом свапнемся, я пойду за патронами. Сука, не попал. Он ее так въебала. Блять, подожди, я хочу послушать, как это меня звучит. Я готов. Угу. У меня гос... рекон... вертолет. Ебаш. Убил.
Блять, кто там? Ой, охуевший. Осторожно, это я. Да, давай, я за патронами. Ага, блять, на кого ты там бежишь, сука? Почему охуевший? Там у тебя, наверху. Не, наверху никого нету. Вот двое. Подожди. Батя с окна на них. Там машина, возьмешь? Да, не-не-не, пусть едут, пусть едут. Там уже, по-моему, ехать некому. Он из машины выпрыгнул. Все красиво. Ебать, мы тут мясо устроили. Священникам нравится их болтовня, не так ли? Но слова — это пустой звук. Кардинал это понимал. Его люди с трудом выживали. Он хотел что-нибудь сделать. Он должен был помочь нуждающимся, и плевать, откуда придет помощь. Но кое-кто решил, что он заключил сделку с дьяволом. Его изгнали. Он потерял семью, друзей, все. Когда я нашел его, он был сломлен. И я привел его в Санта-Бланку, чтобы проповедовать новую веру. Ведь мы обручены со смертью с момента рождения и должны любить ее сильнее жизни. Святая благословенная смерть, богиня тьмы, освободит тебя от болезней и зла. Предаешься ли ты ей душою и сердцем? Он обратил меня в истинную веру. Он мой духовник и моя совесть. Да, лишь ему одному я верю всем сердцем. Have we seen the actual reality of a monster's crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?